Начался второй тайм. Ну что, посмотрим, смогут ли беленькие вернуться в игру или красненькие оторвутся в счете. Стёпа, будут передачки, Стёп? Степан пока выбирает манеру игры с дриблингом и никому не пасует. Ну что ж, в таком возрасте это нормально. Он работает с мячом. Никита тоже выбирает манеру игры без передач. Все сделал на дриблинге, но не попал в ворота. Поэтому можно иногда дать пас, да, чтобы забить гол из более удобной позиции. Никита, можно было пасик дать на пустые? А, ну никто не понял. Ребят, немножко ноги на таком покрытии сейчас отвыкли работать. Привыкли на паркете, который проскальзывает, и, может быть, от этого частенько падают. Падают, не могут привыкнуть. Пока счет 4-2. Игра равная. Я сказал бы, что белые уже играют без мандража, как в начале. И в связи с этим красным становится тяжело забить гол. И вот 4-3 счет. Проспали момент. Кирилл в передаче, Кирюша! Степан забивает пятый гол. Счет становится 5-3. Поменялись! Я не знаю, где моя вода. А я тоже не знаю, где твоя вода. Ну там и возьми, Степ. Ее там нету. Мне что надо сделать, Степик? Михаил Бекиш пытался забить гол, не получилось. Иван достал мяч. Дриблинг. Здорово. Вадя не разобрался с передачкой. И 5-4 счет. Упорная борьба. А вы вот так вот снимаете? Да? Да. А он потом все записывает, да? Оп, Вадя, Вадя, немножко не проснулся. И Вадя исправил свой недочет и забил гол в подкате. Вадя называет свою фамилию. Вадя Петкевич. Так, вот тут Степан и Кирилл сзади пытаются сорвать видеосъемку. А почему у меня не спросили, как у меня? Что, как у тебя? Дела с пирожками. И пропускает гол. Иван пытался обвести, но потерял мяч. Какой 4-0? Счет 6-5. Вы всего лишь в один мяч выигрываете. 6-5? Да. У них 5, у нас 6. Надо еще 5.
На 4 надо голодать. Нападайте, нападайте, Вадя, Мишка! Чтоб только Иван будет. Счет становится равный. 6-6. Битва. 6-6. А вы 4-0 вели, телепузики. Все напропускали. Это дьявол. Ну что, вы выиграете, Никита? Да! Я забью! Если Степан дает пас... Нет! Сначала я, потом Никита, потом Степан. А потом... Степан, почему пас не даешь никому? Он просто хочет... Не трогай сетку, Кирюха. Лучше года бомбардира. Вот почему он пас. Я не попал в лучший год бомбардира. Люди! Люди! Пока, помогай, открой! Поменялись! Быстро! Поменялись! Ваня, поменялись! Ну что ж, решающая пятиминутка. Посмотрим, справятся ли наши ребята. Не было гола, штанга. Ну, Степ, забирай мяч! Никита опять не отдает никому мяч. Хулиганит. И не получается у него продраться на дриблинге. Места немного. Сам начинает ведение. Никит, ты дашь пас или не дашь? Вот подумай. Степа, забирай мяч. Да. К сожалению, ребята бьют и падают. Гол, что ли, Степа? Ну, случайно, наверное. Ткнул. Кирюха и Степа, забирайте мяч, когда мяч у них, а не смотрите. Забирай, Кирилл! Никита, здорово сыграл! Здорово! Кирюха! Кирюха, жди передачку! Кирюха! Нападай, Кирилл! Поменялись! Кирюх, вы когда мяч у них, вы отбираете, а вы ждете, пока они будут вести мяч. Вы отбираете там. Я уже гол забил. Молодец. Сколько забил всего? Два. Два? Хорош. Я тоже два. И ты два? А я один. Хорош. А я два. Я два. Один. Специально. Один специально.
Миха, выход один на один и... Защитник, вот это Серхио Рамос. О, красава, Мих. Миха немного упал. Красава Миха, да, Николай? Да, Миха красава. Да, управ. А много здесь индивидуальных действий в таком формате, это нормально. Ребята как можно чаще встречаются с мячом и стараются доминировать. Вадька получает мяч. Интересная передача и... Нет, не был. Не было гола, не было. Иван пробивал, но вратарь. Супер сейф. Докоснулся. Белый. Да. Это Буффон из Ювентуса подрастающий. Вау. Да. Иван забивает гол, пустые ворота. И заканчивается матч со счетом 9-6. В конце атлетиковцы провели матч уверенней. Да и в целом было видно, что наши ребята дольше занимаются футболом. Просто немножко расслабились и пропустили голы. А вот Ванька здорово сыграл. Ой, вот это был красивый сейчас гол, красивый. Миха Бекеш забил с передачи Ивана Филиппова. Ваня осознанно отдавал передачу. Это интересно было. Гривнин. Угадал. И матч заканчивается. Всем удачных следующих игр.